Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это целый комплект портьер под названием «Беатриче». Когда я говорю «самая выгодная покупка только одного дня», это значит, что завтра уже такого ценового предложения не будет. Весна – время обновления. Вот специальное предложение только сегодняшнего дня – это шторы «Беатриче», с помощью которых вы можете обновить интерьер любой комнаты. Коллекция пополнилась двумя новыми цветами. Сейчас мы их с вами тоже рассмотрим. Вот вы сейчас видите на экране белый цвет с сиренью. Но это же весна. Вечная весна в вашем интерьере. Вам нравится? Забирайте. Также у нас есть бежевый цвет. А бежевый мне напоминает, знаете, вот как будто лен, да? Вот такая вот история хлопковая, льняная. Все это для вас сегодня подбирала Юлия Колосова, эксперт телеканала Shop & Show. Уже 15 лет делает ваши дома самыми необыкновенными. Спасибо, Оленька. Добро пожаловать в уютную рубрику «Дом». И с нами сегодня специальная весенняя коллекция роскошных штор из полисатина. Каждый дизайн продуман индивидуально. На любой вкус мы подготовили для вас эту цветущую коллекцию портьер. С большой шириной каждой портьеры – это особенность коллекции. Не только цветочный дизайн будет радовать нас, повседневность нашу раскрашивать яркими красками, но еще и скорректируют пространство эти портьеры. Они рассчитаны на то, что за счет объемного дизайна комната ваша будет казаться просторнее. Продумали все мелочи. Ну, Олечка, конечно, сейчас весна, и я предлагаю вам использовать именно мягкие, спокойные ткани, воздушные, легкие, которые не будут утяжелять карнизы и пространство не съедят, а наоборот увеличат. Именно поэтому я обращаюсь к полисатину, легкому и при этом прочному материалу, маломнущемуся, идеально держит рисунок полисатина. Тут тоже было аргументом при выборе этой коллекции. Ваша красота с вами на долгие 10 лет. Готовые шторные ленты есть, что в таких масштабах большой, да, ширины 2,15, нам немаловажно, ничего не пришиваем с вами, крючочки никакие, деньги на это не тратим. Тратим время, не тратим, а зато получаем идеальную подстройку под размер окна, возможность использовать шторы сразу и, конечно, красивейшую драпировку. Очень красивая драпировка. И мне нравится, что дорого-богато, да. Ткани не пожалели. Итак, внимание на экран. Графитовый цвет, самый яркий оттенок. Так, еще у нас есть коричневый, он тоже не менее яркий, но если у вас коричневая мебель, на мой взгляд, беспроигрышный вариант. Если вы думаете, подойдет, не подойдет. Молочный цвет. Юль, мне кажется, он будет расширять пространство невероятно. А розовый цвет добавит, знаешь, какой-то свежести интерьеру, правда? Да. А вот белая новинка. Как ты относишься к весенней тематике? Ну, конечно же, сирень, это же надежда, это любовь, это свежесть. А бежевый универсальный, у него как раз те самые вертикали, которые увеличат высоту потолка. И в комплекте, Юленька, мы получаем две портьеры, размер каждый 215 на 270 сантиметров. Ну и, конечно же, шторная лента в комплекте. Юленечка, сразу хочу тебя спросить. Многие скажут: о, ну, наконец-то, не будет у меня вот такая вот простыня натянутая, да, на окне. Будет вольготно, добротно смотреться. А кто-то скажет: а у меня маленькое окошко, мне незачем такой большой размер. Ну, Олечка, смотри, вот за счет того, что шторные ленты есть, мы сделаем очень красивую драпировку и подстройку под размер любого окна. И самое главное, что вам не нужно будет все время вот то к стеночке их вот так вот немножечко подтягивать, то на серединочку подтягивать. Ткани много, даже на большое окошко у нас с вами 4,30, то есть на окно с балконной двери. Ну что ж, 3799 рублей цена действующая только сегодня, завтра такой предложения уже не будет. Ну а если у вас есть карта Prime, дополнительная 5% скидка вам гарантирована на любой цвет, на любой товар, который вы увидите в прямом эфире. Так, смотри, вот на самом деле шторы — это действительно мгновенное преображение. Моя подруга, когда начала снимать достаточно примитивную квартиру, не задорого, потому что ей нужно было перекантоваться, чтобы потом переехать в свою новостройку. И, честно говоря, я была совсем не в восторге, когда я пришла к ней в гости. А потом в следующий раз, когда я к ней приехала, ну совсем по-другому стала смотреться квартира. Она говорит: Оль, только шторы. Просто надела шторы, и кажется реально, что все заиграл новыми красками. Да, любую пустую комнату можно обыграть и акцентировать, добавив портьеры. Это так и есть. От них все-таки зависит, как будет выглядеть общее оформление дома. Наша коллекция специальная, весенняя, от наших российских художников, просто пышет и ярким цветом, и необычными дизайнерскими задумками. Вот в белом как будто ветки сакуры. То есть каждая женщина под свой интерьер подберет то, что ей нравится. Цветочные дизайны всегда хорошо вписываются в
в интерьер. Шоколадный оттенок коричневый в заказе у нас с вами с красивыми римскими мозаичными такими вензелями. Посмотрите, как выглядит благородно, солидно, респектабельно. Ваша повседневность раскрашивается, вы привносите радость в свой дом, а розовый снимает агрессию и стресс. Какая красота! Представьте свой новый интерьер. Знаете, когда приходишь домой, видишь одну и ту же картинку, рано или поздно это надоедает. Хочется какой-то свежести, акцентности добавить интерьеру. Посмотрите, какие абсолютно разные оттенки мы сегодня вам представляем. 1799 рублей за мгновенное преображение. Преображение для весны, для лета, для вашего настроения. Успейте сделать свой выгодный заказ. И не забывайте, по карте Prime еще и дополнительная 5% скидка. 215 на 270 сантиметров. Огромные размеры, сразу две портьеры в комплекте. У меня такой вопрос. Смотри, Юленька, вот телезрители тоже такие наши вопросы задают, да, вот в соцсетях. Здравствуйте, подойдут ли шторы для солнечной стороны? Насколько ткань плотная? Очень хороший вопрос, давай. Да, Олечка, даже смотри, у нас с тобой на Эркере самый свежий обновленный цвет, светлый. И, казалось бы, светлое полотно, как же оно закроет свет? Именно благодаря полисатину. Он все-таки сатиновое плетение, двойная крученая нить. Поэтому она хорошо, даже при такой, как бы казалось бы, невысокой плотности полотна, она закрывает свет хорошо, эта ткань, даже при наличии светлого оттенка. Поэтому в спальне, пожалуйста, в гостиную идеально, ну, за счет дизайна больше всего. А за счет того, что полисатин отстирывается легко, маломнущийся, прочный и крепкий, добротный и без выцветания длительное время, его и в столовое пространство рекомендую, или в большие ваши дома, например, в загородном, да, варианте, там деревянные красивые стены иногда не обработаны, и ярким акцентом такие шторы будут в любом месте. И главное, для лета подходит. Идеальный, правильно, летний вариант. Хорошо блокирует свет. То есть, да, если у вас телевизор прямо напротив окошка, все, теперь фильмы даже в солнечные дни вы будете смотреть. И даже если вы выберете молочный цвет. Смотрите, я прячусь, а меня здесь не видно. Так, синий цвет, но при заказе будет называться графитовый, с цветами. Здесь уже улыбаться хочется. Цветы, да, будто распустились в летнем дождливом небе. Как это красиво! Жемчужные пионы, символ достатка. Сколько благородства и спокойствия в этом цвете. Яркая новинка бежевый. Это геометрический орнамент и уходящий вверх, а значит, очень хорошо увеличивающий высоту потолков. То есть скорректируем еще пространство. Еще ощущение, как будто из льна сделаны наши шторы. Да, есть, да, именно в бежевом цвете. А вот смотрите, достаточно свежий акцент. Этот цвет при заказе называется розовый. Слушай, что там за орнамент интересный такой? Очень красивый флорентийский вензель. Посмотрите, в шахматном порядке. А здесь сама весна шагнула в ваш дом. Радость, настроение, надежда. Солнышком будто подсвечен каждый листочек у сирени. Посмотрите, сколько изысканности. У меня сирень с мамочкой ассоциируется. Красиво. Потому что у нее весной день рождения в мае месяц, как раз сирень распускается. Еще есть темный оттенок. Может быть, вам хочется выспаться после работы. Вот смотрите, коричневый цвет при заказе. Естественно, будет идеально блокировать свет. Друзья, посмотрите, какие абсолютно разные цвета мы вам сегодня представляем. Посмотрите, какие огромные габариты. Такой редко встречается на нашем телеканале. 215 сантиметров на 270 сантиметров. И уже на шторной ленте. Если у вас два маленьких окошка, вы можете каждое полотно на каждое окошко применять. Очень здорово. Звоните и заказывайте.